Он брил бороды боярам, чтобы они походили на гладко выбритых европейцев. После 20 лет потрясений знать и простой народ сыты по горло царем и его реформами. Как и Алексей, они устали от армии и флота, от крови, которая сопровождала его многочисленные войны. Больше всего они ненавидят Петербург, строительство которого лежит тяжким бременем на каждом жителе страны. Строительство Петербурга стоило многих человеческих жизней. Целому поколению русских людей пришлось нести на своих плечах это тяжелое бремя. Численность населения сократилась из-за непомерных налогов, тяжелой воинской повинности и изматывающего труда. Они казнят 1200 стрельцов, некоторых собственными руками. Это необычно для монарха убивать кого-то лично. Приказать другим убить кого-то, запачкав таким образом их руки в крови, это одно. А казнить самому – это совсем другое. Командующий стрелецким войском четвертован, а его труп вывешен на Красной площади.